Здравствуйте! Я сегодня покажу вам, как связать вот такой цветочек, трехлистничек для ирландского кружева. Вы можете связать его с ниточки потолще, тогда он может служить декором для любой вещи. Для этого нам понадобится крючок. Я вязала из тоненьких ниточек катон. Крючок у меня номер один. Чтобы начать вязать, нам надо связать цепочку из 10 воздушных петель. Закрепляем первую петелечку и набираем цепочку из 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соединяем первую петелечку соединительным столбиком. Вот так. Набираем еще 9 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединяем также в эту же петелечку, в первую, соединительным столбиком. Набираем еще 9 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединяем сюда же, подтягиваем ниточки в эту же первую петелечку, соединительным столбиком. Теперь начинаем обвязывать наши лепесточки. Я хвостик привязываю вместе к нашему лепесточку. В первый лепесточек провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь 2 полустолбика. Раз. Два. И 7 столбиков с одним накидом. 1. 2. 3. 4, 5, 5, 6, 7. Это мы провязали пол нашего лепесточка. Смотрите. Сейчас мы подтягиваем вот этот пол нашего лепесточка. Нам надо сделать пико из 3 воздушных петель. 3 воздушные петли. Вводим крючок у основания под 2 петелечки. Вот так. И провязываем соединительный столбик. Вот так вот. И продолжаем вторую сторону нашего лепесточка. 7 воздушных петель. Ой, 7, извините, столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 2 полустолбика, и в это время мы привязываем ниточку вот нашу внизу. 2 полустолбика, то есть столбик с накидом, провязанный одной петелечкой, и 2 столбика без накида. Вот получился один лепесточек. Переходим ко второму лепесточку. Также
2 столбика без накида, 2 полустолбика, 7 столбиков с одним накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выравниваем лепесточек наш, делаем пику из 3 воздушных петель, провязываем под основание 2 ниточек соединительный столбик. И опять 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 полустолбика. 1, 2 и 2 столбика без накида. Это у нас получился второй лепесточек. Переходим к третьему лепесточку. Точно так же у основания провязываем в третью арочку нашу петелечку, провязываем 2 столбика без накида, 2 полустолбика, 7 столбиков с одним накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот полстолбика, полулисточка готова. Теперь пико из 3 воздушных петель, соединительный столбик под 2 петелечки основания и 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 7, 2 полустолбика, 2 полустолбика, 2 столбика без накида. Что у нас получилось? Смотрим. Сейчас, чтобы подтянуть и выровнять, держим, вот придерживаем в центре и расправляем лепесточки. Вот один лепесточек, вот второй лепесточек. Ниточку эту лишнюю можно обрезать внизу. Вот третий лепесточек. Вот эту ниточку можно обрезать. Вот что у нас получилось. Если у вас получилась вот такая вот дырочка, как у меня вот в центре, ее можно исправить. Каким образом? Мы можем ввести наш крючок, вот подтянуть ниточки и вот сюда. И притянуть вот петелечку вот так вот,
вытягиваем ниточку. Вот получился у нас цветочек. Красивый цветочек, трилистничек. Спасибо за внимание.